В 9:00 я просыпаюсь. В 9:15 я принимаю завтрак. В 9:45 я принимаю душ. В 10 я одеваюсь и приступаю к работе. Вчера я изменил сценарий столько раз, и я все равно недоволен! В 3 часа дня я обедаю. А в 4 часа 10 минут я смотрю в окно. И вижу там его, блин, на моем балконе! Странный тип. У него даже рта нет. И он кличет себя Гастером. Что за жалкое существо? В 8:00 я снова приступаю к работе. Это прекрасно! А в 9 вечера я ложусь спать.